Всякий идиот всегда всем доказывает, что он умный. Вот и россияне свою бедность, конечно же, всячески покрывают. Российские пропагандисты оправдывают банальное мародерство военных необходимостью военного времени. Наших ведь военных тоже упрекают. Вот вы там, значит, мародерите, вы там выносите из домов. Ты знаешь, а вот сколько мне доводилось сталкиваться с нашими военными, разумеется, находясь там на территории, да, на той же Херсонщине, они, понятно, что там заходят в жилые дома, проверяют, там смотрят. И вообще война такое дело, если требуется для военных нужд, тут понятно, что берут. Интересно, а какая военная нужда в краденных унитазах, женском белье или мультиварке? Какая страна, такие и герои.